языках. Это количество, вот некоторые фигуры диалектов, это количество точек с целыми координатами в образе фигуры F при гомотете с коэффициентом H. Ну, например, если у вас есть квадрат размером 1 на 1 фигуры F, то когда вы делаете гомотетию с коэффициентом H, у вас получается квадрат со стороной H. А это означает, что точек с целыми координатами будет k плюс 1 умножить на k плюс 1, будет k плюс 1 в квадрате. Замечательно. Если вы будете рассматривать там многогранники, то будет многочлен третьей степени. И так далее, и так далее, и так далее. Так вот, мы все это подробно делали. И там была другая функция. Функция b. Количество точек на границе. Были две таблички на плоскости. Это точка, отрезок треугольника. Замечательно. И были функции. Я напоминаю содержание предыдущей лекции. А вот дальше была функция B. Для случая пространства функция B определялась таким образом. От любого отрезка она равна 2. От любой точки она равна 2. Если многоугольник в пространстве, то b – это количество точек на его границе, вершине и просто на отрезках, плюс удвоенное количество точек внутри. Когда вы смотрите на эти таблицы, очевидно, что что-то не то. Просто видно, что функция b какая-то неправильная. То есть почему-то она для плоскости одним способом определяется, для пространства она определяется другим способом. Есть какое-то ощущение, что с функцией n все понятно, это просто количество точек, да, количество целых точек. А функцию b мы брали, так сказать, для того, чтобы решать задачу, ну, мы ее определяли, молодцы, все такое. Помню вообще, что за задачу мы решали. Мы интересуемся количеством точек с целыми координатами в многограннике или многоугольнике, или на отрезке, и нас интересует связанная с этим формула. Так вот, ребят, оказывается, что для всех этих случаев легко записать функцию nkt, давайте посмотрим, что такое nkt, когда делаешь гомотету с коэффициентом k, здесь будет единица, здесь будет k плюс 1, а здесь будет k плюс 1 умножить на k плюс 2 пополам. Смотрите, как это делается. Когда делаешь вот эти коэффициенты k, то получается такой большой треугольник со стороны k. И, соответственно, это 1 точка, 2, 3, плюс k плюс 1 точка. Сумма как раз будет такая. Вот. Замечательно. Для nk абсолютно понятная форма. И здесь то же самое. Пожалуйста, мы с вами возьмем наши НКТ, и тоже будет понятная формула. Это, собственно говоря, те же самые. 1, К плюс 1, К плюс 1 умножить на К плюс 2 пополам, а здесь, соответственно, К плюс 1 умножить на К плюс 2, на К плюс 3. Итак, напоминаю, было условие аддитивности. Я не все тут выписал, значит, скажем, на плоскости надо уметь менять координаты, надо делать параллельный перенос. В общем, это все, кто в прошлый раз это помнит, и в любом случае это естественно. То есть при таких вот естественных преобразованиях пространства у нас функция должна быть постоянной, не меняться, и должно выполнено быть вот это условие. Так вот, если мы сейчас хотим разбираться с границей и хотим разбираться с внутренностью, то очень важно понимать, что функция nkt безусловно удовлетворяет вот этому условию. Почему? Потому что форма чинит. Условия аддитивности для нее есть. И для объема есть условия аддитивности. Все замечательно. А вот функция ikt не удовлетворяет. То есть, господа,
если мы берем наш многогранник и, подвергнув его гомотетии с коэффициентом k, делаем гомотетию с коэффициентом k и смотрим, сколько там внутренних точек. И обнаруживается, что наша функция не является аддитивной вот в этом смысле. Функция икатэ, повторяю, не аддитивна. Это совершенно, на самом деле, ужасно. Почему? Потому что у нас все вот это, все, что мы в прошлый раз рассказывали, было основано на вот этой формуле. Мы еще высчитывали одно через другое. Любой многогранник излагали на тетраэдры, эти штуки, формы исключения исключений, на плоскости многоугольника излагали на треугольничке и, соответственно, учитывали и так далее. У нас форма исключения исключений была принципиально важна. Если нас интересует количество внутренних точек, то без вот этой формы исключения исключений ничего не получается. И поэтому, ужас какой-то, если мы хотим разбираться с количеством внутренних точек, то мы не можем пользоваться этой наукой. Ребята, и вот дальше. Одна короткая идея, которая меняет ситуацию абсолютно.